Мне на счет поступили финансовые средства от канала Кейт Пак, что переводится как Катя Собака, точнее Мопс. Катя Мопс, это совсем точно. Она снимает обзоры на ее любимые мультики и рисует анимации. Кстати, довольно такие анимированные картинки. Вот, например, веселая груша сидит на диване. Я думаю, это очень интересно. Зайдите, посмотрите. Конец, блин, рекламы, и когда этот ремонт закончится уже. Добрый вечер. Я? Детектив. Служу народу. Слава уроду. Раньше я был просто патрульным. Одевался вот так вот. Ну да, не от Гуччи не гнобитит. Я расскажу вам свою историю. Как я стал детективом. Я лучший в своем деле. Я забыл слова. Сейчас подумаем. Я... I'm a bitch, I'm a boss. Я закон. Вы сейчас глядите в глаза закону. Вам повистка. Люблю теребонькать лампочки. А ты пойдешь со мной? Слушать историю. С моих уст. Я лучший агент. Вот такой. Окейный. Я не могу сделать это. Зацензурено все. Чтобы вы понимали, что передвигаться мне необходимо гладить эти полоски белые. Поэтому не удивляйтесь, если я двигаюсь как... Киборг-убийца. Ограбление, перестрелка. Это наш шанс, слышишь? Погнали. Возьмитесь за ручку. Наконец-то достойное дело. Ну как сесть вперед, поехали! Ну я взялся за ручку, что за приколы? А, руль у меня. Я думал, ты поведешь, у меня-то прав нет. Чтобы управлять машиной, возьмитесь за руль. Ну логично, кстати. Шляпу подержи, мы все равно без толку сидишь. Так, чтобы понимать, что здесь есть? Телевизор, варп-прыжок, мы что в ракете? Катапультирование. И самое главное. Это дуделка. Алло, прием, база, Виталя покушал. Виталя покушал. Сейчас я ему дам трубку. На, это мама твоя спрашивает, ты нормально все? Поговори, блин! Все, давай, и ты будешь бить по рации, я буду дудеть в дуделку. Это моя шляпа там? Стоп. Ты не уследил за моей шляпой, ты уволен. Мы даже едем, прикинь. Я бы крестился на твоем месте. А что это R и D, это типа, ё-моё! Так, давай без вот этого. На часах самое время надрать кому-то F. Это был предупредительный, если что. А это поучительный. Ты учись стрелять, это так и будешь всю жизнь за моей шляпой смотреть. Чё он не стреляет иногда? Я же все правильно делаю. Передернул, выстрел. Передернул, выстрел. Чё он не стреляет? Что? Он чё, подох там где-то, пока я бился? Супер бесполезный. Найти тут что-то, улики, все, проваливает им. Это я возьму на себя. Что надо сделать? Слышь, ты понял еще что-нибудь? У-у-у-у. Нам выдали фонарики. Я все найду, не переживай. О, я нашел улику. Я так и знал. Они пили без нас. Это, кстати, статья. Здесь было убийство. Это место убийства. Зацени. Ого, ты так ты маленький на тени, а так ты огромный. Огромный мент. Ментос. Ладно. Оба. Свети на меня. Свети. На тени я будто накачанный, да? Oh, что, ну убийство, тела нет. Здесь кровь, тут кровь, поехали отсюда. Похоже, помойка. Бананы. Очень много бананов. Это никак не связано с убийством, но... Ты черт. Кирпичная стена. Сделана из кирпича. У меня складывается ощущение, что я близок к разгадке. А вот с этого, походу, окрасились стены. Новая улитка, надо записать. Пятно крови на дверцах, это верно. Помойка с бананами, это важно. Здесь стоял я, вот здесь мой помощник. Мы стояли и смотрели. Хорошо, надо сделать пометку, что напарник балбес. Серийный номер, сделано два выстрела. Потому что было два пятна крови. Список фигурантов дела непонятный. А, какой-то типа... Нельзя писать тут такое. Ну раз нам сказали, что он надо его полностью закрасить, правильно? Мы теперь едем в оружейный магазин, понятно? Ни в какой Макдональдс, ни в KFC, ни в другие приятные аппетитные заведения мы едем в оружейный магазин. Еще вопросы имеются? Если нет, то попёрли. Ой, жесть. Ха, оружейный магазин. Ну пошли. Походку помнишь, как его делать? Вот так руки, и вот так. Добрый день, мистер в подтяжках. Расскажите-ка мне все об этом стволе. А я тебе скажу так. Если ты с нами не будешь сотрудничать, твои уточки пострадают. Каждая из этих уточек... Ты уточку перенес.
А чё он лёг-то? Всем разойтись. Мужчина наелся варенье и уснул средь бела дня. Расходимся, не на что смотреть. Так, ну похоже ты погиб, парень. Конечно, целую банку солёного захомячить, ну ты жук, конечно. Не ходите по лужу крови, какого фига? Вы нормальные вообще люди? Я сейчас пристрелю всех. Тут работа идёт. Переворачивайся давай. Отстань, он не переворачивается, но видишь, он не хочет, он значит живой, он спит. Во-первых, у тебя текст прямо на лице, а вот здесь у тебя, возможно, есть письмо. У-ху-ху, это... Цифры, получается? В кармашках что-то есть, говори сразу. Признавайся, я детектив. Ты очень подозрительный, я тебя запишу первый в списках подозреваемых, понял? Погиб один мужчина. Значит, ты мужчина, судя по этой записи. Это ты. Галочку ставлю. Но пока карандашом. Вдруг ты не умер. Надо зайти в магазин, спросить, что они слышали тут. Мисс, возле вашего магазина произошло переедание. Вы знаете этого человека? Ваш босс. А как вас зовут? Галета. Галета! Ха! Так, давай поподробнее. Все, что слышала. Угу. А? Хороший коп, плохой коп. Обвинить. Так, стоп, а чё там было? Что-то я не понимаю, по лицу... Ты врёшь или нет? Глаза закатываются, взгляд отводится. Лжём. Лжём или думаем? Она что-то скрывает. Сколько стоят эти туфли? Почему так дорого? И ты мне ответишь по заслугам. И магазин у вас отстой. Я вернусь, и я докопаюсь до правды. Так, никуда не уходи. Твоя работница что-то скрывает. О, ствол! Слушай сюда, лысый, мы с моей сладкой булочкой нашли этот ствол и хотим узнать, получается, откуда он? Убийца-ювелир? Не против, что это была сладкая булочка, как бы? Это так, для дела просто. Я надавил на него таким образом. Сейчас, получается, ювелирку Слышь, ты не оборзел сейчас? Вываливайся отсюда! Ювелирный магазин Хагрида, 2-3... Какого Хагрида? Открывай, я вас вижу! А, это ж магазин! Всем привет, кстати. Оп! Я с полиции. Добрый день, я Валера. Стой, куда ты? Нам нужно... Ах ты ж... А ты в курсе, как я двигаюсь вообще? Ты уверен, что я его догоню в VR? Ну класс, я застрял в стене. Просто восхитительно. Если бы за мной шли такой походкой, я бы сам в тюрьму сел, даже если бы ничего не сделал. Слушай, я против насилия. Подумай. Думать не умеешь, да? Фигурант дела. Обманщик. Мафиозник. Стремно нарисовал усы. Это минимум, что я могу с тобой сделать. Начнем с вопросов простых. Насчет перестрелки. А глазки отводятся, значит лгун, лгун, лгун. Никого напоминает? Ты человек не был застрелен тобой. Это человек ты. Да, это ты. I've just got to keep my mouth shut. В смысле, я что, не справился? Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Понял, я иду обратно. Я снова здесь. Поговорим о пистолете Брауни. Пистолет Брауни. Звучит как тортик. Поэтому выбрали это оружие. Это твой ствол, ты с него стрелял. I've just got to keep my mouth shut. Да нет! Снова будет орать этот придурочный. Get back in there and raise... Я понял! Нет, давай ты уже сознаешься просто, я пойду. А курить, кстати, вредно. Так же, как стрелять в людей, понял? А ты ведь делал? Да не-не-не! Я так и не раскрыл то дело, как и все остальные, но если вам интересно продолжение, то, ну, вам интересно, наверное. Мафиозник.